Всем привет, вы на канале TK's Party, я TK, и я собрал первый свой анкил на 5 КБ Войдового. Сейчас я покажу его настройки, скорость и сколько он набил. Так, ну сразу скажу, что там нету талантов, не те шмотки, их надо переделывать. Пойдемте посмотрим сразу, сколько он набил. Так как раз я вот только-только его зафигачил, этого босса. Вот состав анкила и, соответственно, 22.96. Если правильно везде шмот сделать, убрать всякие кражу жизни на атаку, там, на меткость и так далее, добавить банши не в 100 меткости, а 200-250, все будет в рамках... Я думаю, что в теории его можно все-таки доделать до ключа за один, закрытие пятого за один ключ. То есть 30 плюс, тут надо 39 миллионов, в принципе, реально, если докупить таланты и все остальное. Погнали, покажу, какой это анкил. Самое важное — это у Рошкара его скорость. Скорость у него равна 227, нужна именно такая скорость. Можно пробовать плюс-минус одна скорость, 228, но вот 227 с этим работает. Главное в талантах — убрать таланты 3 штучки. Вот этот талант надо убрать, вот этот талант надо убрать и вот этот талант не брать. Вот эти 3 таланта ни в коем случае не брать. Дальше у мучителя сейчас скорость покажу. Пролистали. Так, вот скорость у мучителя. 218. Здесь допускается скорость на 1 меньше, чем у Рошкара, но лучше вот с запасом на 10 я взял. Меньше 217, по-моему, нельзя делать. Это все, кстати, подгоняется по калькулятору клан босс. Если кто не знал, есть такая полезная штучка. Кстати, зайдите на raid.guru, это сайт наш. Там люди, скажем, 2 года в эту игру, пишут гайды, мы очень стараемся делать качественный сайт, вот там вот топовый контент. Так, и у меня 3 ддшки. Это банша, скорость 167, это мышка 167 и это фахракен 167 скорость. Допускается скорость 167-169, будет больше — будет ломаться анкил, больше 169 делать нельзя. Этот анкил похож очень на анкил Рошкар плюс Парагон, но скорости тут повыше, так как через мучителя. Суть самого анкила: у нас Рошкар накладывает 2 блока урона, когда босс бьет масухой. Дальше он стан прилетает в мучителя. Мучителя обязательно ставим в стане, делаем ему меньше хп, меньше защиты. В теории работает на Войдовом и, скорее всего, будет работать на зеленом боссе. Вот, на зеленом боссе, так как он красный, постан будет тоже лететь по нему. Но на зеленом еще есть дебаф, надо смотреть, тестировать. Точно не знаю, работает или нет. Когда потестирую, скажу. Что в этом анкиле прикольного? Команда в 1,5 раза слабее, набивает столько же урона, сколько вот команда там с контрпаком. Через Вальку тоже у меня 20-25 миллионов набивает. Там с Брага, с кучей защиты, и она набивает столько же. То есть ее можно доделать, докупить там таланты мучителю, ну и так далее и тому подобное. Вот такой вот анкил я собрал, все вам показал. На самом деле навыки таланта для других особо не важны. Главное Рошкара правильно подобрать и мучителя. Все остальные можете использовать. Блендер пачку не ломает. Я попробую еще контратаку, но контратака, скорее всего, что-то мне там сломает. Ну, когда потестирую, отпишусь в комментариях. Вот такая вот пачка. 5 КБ, Войд, анкил, первый анкил. Спасибо, вы были на канале TK's Party. Подписывайте лайк, колокольчик и заходите вот сюда. И по всем ссылочкам в описании, там очень полезные ссылки. Все, всем пока-пока. Привет, сейчас самое время поставить лайк или дизлайк. Отписать в комментариях, что ты об этом думаешь. И подписаться, если тебе понравится это видео, и поставить колокольчик.